Ну, подходит вообще прикольно стало. Слава Иисусу Христу, дорогие люди! Не переживайте, ваши карманы не затрагивают, мне ни от кого ничего не надо. Я хочу вам напомнить о том, что есть тот, кто любит тебя и меня. Настолько сильно полюбил, что он пришел в этот греховный мир, и он за наши грехи с вами пострадал на кресте. Он умер на кресте за тебя и меня, дорогой человек. Он, умирая, заплатил на кресте за каждого из нас. Если мы уплату Христа принимаем, то грехи нам Христос прощает. Если отвергаем, самим придется платить в аду вечно. Но Христос не только умер, Он воскрес, Он есть живой. Он сегодня призывает всех людей покаяться. Возьмите. И Он призывает всех людей покаяться и уверовать, примириться с Богом. Покайтесь в своих грехах, примиритесь с Богом. А также, как призываю вас всех, читайте Евангелие, молитесь за наши сбройные силы Украины, за наших парней и девчонок, которые сегодня в окопах воюют за нас. За тебя и меня, дорогой человек, там пацаны и девчонки находятся. Может, не каждый может деньгами донатить, но каждый из нас может помолиться за них. Помолитесь, не забудьте. Дорогие, уважаемые люди, читайте Евангелие. Господи, благослови Отец Украину, благослови стройные силы Украины во имя Отца и Сына и Святого Духа, и храни и оберегай их. Аминь. А вам всем крепкого здоровья, пусть Бог хранит вас.